Направо. Ручки на пояс. Рабочий день инструктора по физической культуре Веры Магакян начинается в 8:30. На работу в детский сад «Жар-птица» она приходит вместе с дочкой, трехлетней Вероникой. Именно маленькая Ника кардинально изменила ее жизнь почти 3 года назад и помогла найти любимую работу. Детский садик пришла, знаете, ради ребенка. Вот с февраля месяца прошлого года мы ходили в садик. Когда окунулась вот в эту атмосферу, я даже себе представить не могла, что настолько это здорово, настолько это приятно. И настолько многому, вот несмотря на свой такой багаж, такой опыт, что здесь можно учиться новому, всему новому. И насколько у меня отношения с ребенком больше складываются, легче. Сейчас Вера Магакян совмещает занятия в саду с должностью заместителя директора по учебно-воспитательной работе в спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп». Но все же главное ее призвание – быть мамой. Всю жизнь Вера мечтала познать радость материнства, но время шло, а своих деток в семье так и не появилось. И тогда семья решила усыновить ребенка. Мне муж предложил, говорит, давай возьмем ребенка. Вы знаете, насколько я ему благодарна за это. 5 ноября раздался звонок, и мне сообщили, что есть ребенок, которого можно посмотреть. Вот сейчас это вот как-то вот в тот момент я ни о чем не думала, сразу же согласилась. И когда я увидела ребенка, вы знаете, такое ощущение, что я увидела маленькую свою бабушку. Действительно, настолько схожесть. И ей было всего 2,5 месяца, и даже работники меня спросили, а вы ее тетя? Я говорю, нет. А вы родственница? Я говорю, нет. У меня слезы сразу текли, и первое, что я назвала, это доченька моя. 30 ноября 2015 года Вера Магакян официально стала молодой мамой, и с тех пор они с дочкой почти не расстаются. На праздники и выходные собираются большой семьей. У героини есть сестра-двойняшка, дети которой называют свою тетю второй мамой. Кстати, сейчас Вера готовится стать мамой во второй раз. Она уже подала заявление на усыновление второго ребенка. Если я могу подарить свою любовь еще кому-то из деток, то я с удовольствием это сделаю, с огромной радостью. И плюс ко всему, чтобы мой ребенок не оставался, а не рос один, все-таки не был эгоистом, скажем так, чтобы можно было разделить эту любовь. И она, кстати, об этом знает и очень хочет. О конкурсе «Мамы Подмосковья ТОП-10» Вера Магакян узнала из Инстаграма и сразу решила, будет участвовать. Без поддержки родных и коллег она бы не справилась. Вместе с музыкальным руководителем детского сада они подготовили сценку по мотивам сказки «Дюймовочка», сделали реквизит, помогали буквально все делом, советом. Мы были очень рады тому, что она участвует в этом проекте, вот, потому что помимо ее профессиональных качеств, она обладает и прекрасными женскими, именно материнскими качествами, добротой, открытостью, дружелюбием, милосердием. Из более чем 100 участников в финал вышли всего 30. Вера шла в номинации «Дом там, где мама». Это специальная номинация для семей с приемными детьми. И хоть удалось занять лишь 3-е место, наша героиня гордится этой победой. В этом конкурсе у нас были очень сильные соперники в финале. Мы заняли 3-е место, но соперники настолько достойные. Вот 1-е место заняла семья из Серпуховского района. У них 10 детей. Честно говоря, не поинтересовалась, сколько из них приемных, но, по крайней мере, те 2 деток, которые выходили на сцену вместе с мамой, были именно приемные. В следующем году Вера Магакян собирается вновь испытать удачу в конкурсе «Мамы Подмосковья» и завоевать 1-е место. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.